В Уральске прошел традиционный областной конкурс «Балатали Бал». В творческом мероприятии приняли участие малыши со всех районов области. Кто из участников признан лучшим, смотрите в сюжете. Главные герои сцены – маленькие артисты. Ежегодно этот конкурс проводится в преддверии Дня защиты детей. Его участники – это малыши в возрасте 4-6 лет, то есть старшая группа в детских садах, подготовительная к школе. Мне 4 года, я хожу в садик, там у меня много друзей, и я люблю читать стихи. Каждый раз условия конкурса меняются. На этот раз он состоит из 4 туров. Домашнее задание – дети должны приготовить ролик о себе и своей семье. Во втором туре они должны рассказать стишок наизусть о родине, потом считалочку и последний тур – творческий. Это любое выступление на выбор малыша. Цель конкурса – развивать речь и мышление будущих школьников, раскрывать их способности, формировать в них культуру речи. Если в прошлом году мы проводили данный конкурс среди малышей другой национальности, то в этом году, напротив, выявляем сильнейших среди детей казахских групп. По итогам детского творческого конкурса отметили лучших. Для зрителей этот конкурс стал настоящим праздником и отдыхом для души. Алмагуль Джимпиесова, Рустем Ищанов, Саид Самигулла, Акжаик Акпарат.